пока. Всем привет, дорогие мои подписчики. И перед нами... Одну минуточку. Что-то я не понял. Ага, ага. Так, вроде все зеленеет, зеленеет, зеленеет. Что такое? Так, всем привет. Блин, неужели... Ну-ка, погоди-ка. Отказываю, а? Так, извиняюсь. Так, одну минуточку. Ну-ка. Одну минуточку. Лагает меня, да? Блин, неужели... Ну-ка, погоди-ка. Отказываю, а? Так, извиняюсь. Так, одну минуточку. Ну-ка. А, ну все, так даже лучше. Лагает мне, да? Блин. Ну все, так даже лучше. У меня, как видите, в данный момент вроде, как говорится, все пошло. Все пошло нормально, то есть уже сейчас ничего не лагает. Так, всем привет, дорогие мои друзья, всем привет, дорогие мои подписчики. Сегодня мы с вами будем продолжать заниматься программированием. Давайте-ка мы с вами дождемся тех, кто зайдет к нам на стрим для того, чтобы, может, поздороваться, может, просто поздороваться, может, еще что-нибудь. То есть я уже сам с собой поздоровался, еще раз говорю всем привет. Ну, чем мы сегодня будем заниматься? Вот в чем вопрос. Мы уже много чем занимались, дорогие мои друзья. Мне бы, конечно, хотелось бы... Вот меня что пугает, что трансляция может нас очень грубо подвести. Так вот. Вот сейчас вроде нормально. Почему-то вот... То есть трансляция как-то начинает нас немного подводить. Если так будет, то, конечно, этот вопрос пойдет уже к Метромаксу. Метромаксу. В данном случае мне тогда уж точно придется в срочном порядке менять уже самого поставщика услуг. То есть, потому что Метромакс мне отказывает предоставление нового пакета, где обеспечивается 30 мегабит в секунду скорость. Ну что могу сказать, раз на то дело пошло, раз он может мне так немножечко подвести, я буду, конечно, его менять. Давайте ждем с нетерпением. Сейчас, одну минуточку, сейчас, в данный момент. Каждый бы назвал свой канал и поздравил, допустим, всех. И ссылки на канал были бы в описании. Он сейчас, в данный момент, мне сейчас зайдет... Сейчас ко мне зайдет Юрий. Давайте-ка мы в первую очередь сейчас зайдем на прямую трансляцию, дорогие мои друзья и подписчики. И я в первую очередь сделаю ссылку. Идет Юрий. Давайте-ка мы в первую очередь подождем, пока к нам кто-нибудь зайдет. Вот, кстати, ждем с нетерпением, когда он появится, и мы с вами начнем, дорогие мои друзья и подписчики. Главное, чтобы потом не забыть выключить трансляцию, это получится как в прошлый раз, господа. А в прошлый раз вообще дикий случай был, я забыл отключить трансляцию и пошел играть в Shipping Company. Потом, когда после этого я закрываю, смотрю трансляцию, работаю, ёлки-палки, вот это да!
Но вот, как вы видите, в данный момент сейчас у меня вот на канале уже появился новый подписчик, то есть Нюся. Я сейчас на нее тоже подпишусь. Давайте-ка подождем, пока у нас загрузится. То есть, видите, уже на канал Игры от Мистера Кума у нас появился новый подписчик. Я на нее тоже, кстати, подписался. Да, кстати, нажму... Всем привет, ребята, и с вами... То есть я, кстати, на колокольчик тоже нажал. Ждем с нетерпением, когда А вот нам уже пришло первое сообщение. Нюся, тебе привет. Привет, Нюся. Нюс, Яка. Привет. Привет, Нюся, спасибо, что зашла. И сегодня мы с вами, ну, пожалуй, давайте-ка с вами немножечко начнем. Чем мы сегодня будем заниматься? Сегодня, в данный момент, я сейчас отключу основную вебку, и вы увидите рабочий стол. Ну, что для этого, собственно говоря, нужно? Теперь, в данный момент, давайте-ка с вами посмотрим, какие у меня имеются готовые программки. Специально покажу для моих прекрасных зрителей, подписчиков, какие у меня вообще были программки. Начнем с диагональной кнопки. Если мы сейчас запустим диагональную кнопку, она сейчас пойдет у нас в разные стороны. То есть она пойдет вот сюда. Вот сейчас вы, собственно говоря, должны будете увидеть. Вот видите, да, кнопка пошла, побежала. То есть это то, что мы достигли в последнее время. Также мы заставили его... Также мы разработали специальное окно под названием «Движуха». В чем смысл этого окна, дорогие мои друзья? Давайте-ка с вами подождем, пока у нас запустится все-таки. Или все-таки... Вот, видите, окно появилось. С каждым разом, как появляется окно, оно что-то печатает, и потом после этого уходит налево. Давайте-ка мы просто-напросто посмотрим. Вот видите, он написал «Привет», и после этого должен будет уйти. Все, он ушел налево. Давайте-ка с вами еще раз подождем. Сейчас еще раз подождем. Вот она опять нам пишет «Привет». Это я специально делаю разминку, пока ко мне подтягиваются мои зрители-подписчики, прежде чем мы пойдем с вами дальше. У меня стрим, видите, он написал, у меня стрим и сейчас уходит. То есть эта программа так и называется «Движуха». Вот, видите, то есть вообще вот в данный момент он может писать несколько вариантов. 6 вариантов, то есть «Привет», «У меня лайк», «У меня стрим», то есть, вернее, «Лайк», «Стрим», вот сейчас, «Как дела?», но он, видите, почему-то больше он склоняется к тому, чтобы писать «Привет» и «У меня стрим». Вот видите, «Как погода?», то есть все это идет на основе генератора случайных чисел. Вот такая замечательная программка на основе Delphi. Я надеюсь, вам, дорогие мои зрители, дорогие подписчики, понравилось. Так, давайте-ка с вами сейчас посмотрим. Вот сейчас, в данный момент, меня смотрит 2 уже зрителя, уже хорошо. Не стесняйтесь писать, у меня есть шип-чат, он обязательно прочитает. Это моя секретарша Оксана. Так, как дела, видите? Ну, вот такая программка. Давайте-ка мы с вами ее закроем. Все, мы ее закрыли и посмотрим еще одну кнопочку. Эта кнопочка у нас должна двигаться по горизонтали. Давайте с вами посмотрим. Сейчас, в данный момент, у нас запустится эта замечательная программка. Видите, да, обратите внимание, кнопка побежала. Вот она бегает, туда-сюда бегает. То есть это у нас работает программка. То есть вот что мы, собственно говоря, вот чего мы, собственно говоря, добились. Так, сейчас, в данный момент, мы ее закроем. Все, закрыли. Теперь, что такое? Ну, куда? Так, то есть изначально я просто-напросто показываю вам, какие тут имеются программки. Также есть программку, которую я составил. Сейчас я покажу вам, что она из себя представляет. Мы сейчас узнаем. Не самому интересно, а то есть это тоже летающая кнопка. Ну, смотрите, вот как она двигается. Вот она раз, вот сейчас двигается, и потом вот дойдет сюда, и вот сюда, вот так она и будет, собственно говоря, прыгать. Спасибо, Юлия. Юлия Легатина, прикольные штуки. Да, спасибо большое, действительно, мне тоже нравится. Так, давайте-ка с вами тогда ее закроем. Да, господи, что ты делаешь? Сейчас мы с вами закроем все это дело. И посмотрим, что у нас получится. Все, сейчас закроемся.
программа сама по себе должна закрыться. Не хочет, зараза, закрываться. Так, теперь давайте-ка мы с вами посмотрим программу СВЭХ. Ну, программа СВЭХ — это фактически то же самое, что движущееся окно. Просто-напросто здесь окно появляется, что-то пишет одно и исчезает. Давайте-ка с вами посмотрим. Кстати, скажу одну вещь, что дизайном руководила Маргарита. Ей очень понравилась эта программа. Давайте с вами посмотрим. И вот перед нами программа под названием СВЭХ называется. Она пишет что-нибудь одно, потом исчезает. Потом опять появляется, потом опять исчезает. И вот так потихоньку. Вот программа СВЭХ. Вот сейчас она исчезла. Через какое-то время должно появиться сообщение. И вот что у нас получится. Вот, видите, пишет «Привет». Ну, фактически то же самое, что и в движущемся окне. Через какое-то время должно тоже появиться. То есть оно появляется. «Привет». Видите, опять пишет «Привет». Но это еще не все. Ну, может много чего спросить, то есть тут главное, я еще поработал над тем, чтобы, видите, вот эти буквы, они, как говорится, занимали нужное положение. Привет, видите как, привет. Ну вот смотрю сейчас в данный момент, меня смотрят уже три зрителя. Мы, как говорится, делаем такой своеобразный отчет. Я полагаю, что уже на следующем стриме мы с вами попробуем уже поэкспериментировать с дисководом. Хочу что-то вот сделать, объединить вот это все творение, то, что у меня сейчас есть. Так, давайте-ка с вами посмотрим веселую кнопку. Веселая кнопка — это у нас кнопка, которая у нас будет двигаться. Вот, просто будет, по-моему, двигаться. Ну, давайте подождем, посмотрим. Мне самому уже интересно, я уже... Да, вот, видите, раз, вышла и обратно зашла. Вот, видите, быстро и обратно зашла. Надо еще и поймать, господа. В принципе, можно попробовать через диспетчер задач вот это все дело просмотреть. Найдет ли он интересно его или нет. Ну, лучше, конечно, сделать, выключить просто-напросто. А, вот, видите, появилась. Исчезла. То есть она работает, но через какой-то, через определенный интервал времени. Подождем сейчас, когда у нас закроется. По-моему, оно у нас уже закрылось. Но раз закрылось, давайте-ка с вами посмотрим вот эту кнопочку, что она из себя представляет. Ждем с нетерпением. Ну, я надеюсь, вы поняли, что это что-то тоже такое вот интересненькое. Ничего не происходит. А, вот, все-таки пошел. Видите, куда пошел? Ну, это, конечно, дальше. Ну, в данный момент мы сейчас с вами закроем и посмотрим, то есть, как у нас работает самостоятельная кнопка, а потом мы вернемся к предыдущему проекту. Сейчас, в данный момент, я смотрю, меня смотрит всего один зритель. А самостоятельная кнопка сама по себе, она позволяет двигаться ему в случайном порядке. То есть, она может двигаться вверх, она может двигаться по горизонтально, она может двигаться вертикально. И мы сейчас это увидим. Да, это мы сейчас просто-напросто увидим. По-моему, мы, собственно говоря, забыли открыть. Ну вот, наконец-то появилось. Ждем с нетерпением, когда у нас что-то запустится. А, все понятно. Даже две открылись. Так, даже две открылись. Ну, давайте с вами посмотрим, может, действительно что-то у нас будет интереснее. Ну вот, другое дело. Сейчас, в данный момент, у нас, видите, появляется кнопка. Она сейчас выбрала такой вариант. В следующий раз кнопка пойдет или по горизонтали, или по вертикали. Видите, по вертикали пошла. Потом сейчас через какое-то время может вообще куда-нибудь двинуть, куда-нибудь улететь. Ну вот видите, опять то же самое.
Ну вот видите, как интересно, да? Ну я надеюсь, вы поняли. О! Оказывается, у нас еще одна кнопка появилась. Ну ладно, давайте-ка с вами все-таки закроем окна. Я надеюсь, вы поняли смысл этих программ. Я сейчас в данный момент показывал вам готовые программы. А теперь давайте-ка с вами посмотрим, что, над чем я вообще работал. Работал я вот над чем. Я создал программу, которая так называется «Убегаем». То есть я фактически взял то самое, что у нас было, да? Но вместо надписи я поставил кнопку вперед. Если мы нажмем кнопку, то начнется что-то интересное. Вот вначале кнопка убегает. Потом после этого начинает машина-то убегать. Потом еще сейчас, еще одна. Сейчас в данный момент можно, конечно, сделать так, чтобы они в разные стороны разбегались. А можно сделать так, чтобы они все вместе убежали. Я думаю, это будет тоже прикольно. Согласитесь, да, вот прикольно, когда кнопки начинают бегать. Угу. Ладно. Ну, как вы поняли, в данном случае у нас осталось всего лишь окно. То есть окно. Я думаю, что вот эту вещь надо будет доработать. Мы сейчас в данный момент откроем программу под названием Delphi. Это ничего страшного, такое бывает у меня. Сейчас мы с вами ее переоткроем, и после этого мы начнем, дорогие мои друзья. Так, мы сейчас загружаем программу. Вот она, программа. Что мы еще хотели бы добавить? Но я думаю, что неплохо было бы, если бы здесь мы добавим возможность того, что у нас окно убегает. Я думаю, это будет прикольно, не правда ли? Убегает окно. Так, вот оно окно, да? Теперь давайте-ка с вами посмотрим, что мы можем тут сделать. Нам, что нам вообще понадобится? Нам понадобится вот оператор цикла, который как раз за это все отвечает, за эту всю доброту. И мы сейчас сделаем следующее. Мы сейчас немножечко код подправим. Мы просто скопировали, да, то есть мы его просто-напросто подправим. Значит так, здесь в данный момент мы с вами просто-напросто создадим такой счетчик. Сейчас мы с вами создадим такой счетчик. Сейчас, одну минуточку. Вот мы сейчас создали счетчик, и в данном случае у нас будет меняться положение окна. То есть он будет все это дело переписывать. Можно, конечно, сделать 100. Ну, да, посмотрим, как это у нас отразится. Так, кстати, здесь давайте-ка с вами тоже сделаем интервал цикла 100. Слишком уж мы размахнулись, когда писали программу. Так, ну вот, как вы поняли, в данный момент у нас все так хорошо, печально, все так хорошо, прекрасно, да, получается. Так, то есть вот мы сейчас сделаем так, чтобы у нас убежало еще и окно. А это тоже не менее важно. Может не сразу, конечно, получиться, но если получится не сразу, ничего страшного, мы все равно это все, как говорится, все это разрулим. Ладно, поехали. Сейчас в данный момент запускаем и ждем, что у нас из этого выйдет. Сейчас в данный момент у нас антивирусник... Нет, антивирусник уже не проверяет. Что, давайте-ка посмотрим, что получится. Сейчас в данный момент он убегает. Ага, все понятно, все-таки надо будет сделать... Все понятно. Значит, надо будет увеличить цикл. Такс. Ага. Все. Все. На этом пока представление закончилось. Все-таки давайте-ка сделаем цикл тут, ну, где-то 120. Привет. Еще раз. Елена. Добрый день всем. Спасибо тебе, Елена, что зашла ко мне на стрим. Я тебя очень-очень благодарю. Мы сейчас в данный момент... Блин, взял просто-напросто скопировал. Так, мы сейчас в данный момент колдуем над тем, чтобы окно у нас убежало. Она не хочет у нас убегать. Вот зараза.
принципе, можно будет репоинт и убрать, потому что смысл мне его там, хотя кто его знает, может быть и оставить. Такс. Так, давайте с вами посмотрим. Еленас, 4.0. Что-что? 4.0? Что за 4.0? О чем вообще разговор? О чем вообще разговор? Что значит 4.0? Так, давайте-ка с вами посмотрим, что у нас тут пишут. А, 4.0. А, все понятно, 4.0. Понятно. Так, ну что, давайте-ка с вами посмотрим, что у нас тут вообще творится. Ну все, давайте с вами посмотрим, что у нас будет. Так вот, вот у нас кнопка появилась. Вначале она должна убежать. Елена, 4 лайка. А, спасибо. Вот, видите, у нас уже все убегает. По идее, у нас должно окно убежать. Оно у нас почему-то исчезает. Для того, чтобы понять, почему это происходит, мы в первую очередь сейчас войдем и посмотрим, как вообще у нас тут происходит процесс Repaint. Так, в первую очередь давайте-ка посмотрим, что у нас тут вообще происходит. Может быть, это связано с тем, что мы должны задать параметр окна. Ну, вроде все задано, но почему-то в данный момент у нас получается вот такая вот билиберда. Ну ладно, давайте-ка мы с вами сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, ну вот здесь поставим, сейчас запустим и начнем отладку. И все. Одну минуточку. Придется сейчас программу перезапустить, потому что я чувствую, что что-то делает сама программа не то. То, что мне нужно. Так, давайте-ка с вами запускаем и посмотрим, что у нас тут есть. Такс. Угу. Вот, пожалуйста, перед нами еще раз загрузилась программа. Давайте-ка с вами подумаем, что мы тут не так делаем. Если что, в данный момент нам придется немножечко подумать и над этим вопросом. Давайте-ка увеличим. Может быть, из-за этого он так быстро бегает. Ну, может быть, не поэтому. Такс. Поставим здесь точку. Поехали. Ну, вот это другое дело. Антивирусник сейчас все это дело проверит. Потом после этого мы с вами начнем. Ну, в принципе, можно, конечно, вот так вот. Сейчас он убегает, потом начинает убегать машинки. И после этого, ну, давайте с вами посмотрим, что у нас там происходит. А я, по-моему, догадываюсь, что вообще происходит. Я догадываюсь, господа, что у нас происходит. Окончательно могу догадаться. 100%. Ну что ж, у нас окно исчезает. Вот смотрите, положение окна. Он сразу уходит. Почему? Да потому что здесь у нас 1024 сразу же. Поэтому в данный момент делаем следующее. Ой, спасибо за аплодисменты, спасибо. Видите, мне даже радуется. Мы здесь забыли сделать следующее. Вот сейчас, в данный момент у нас все вот это загрузится, да, загрузилось, замечательно. Теперь, чтобы у нас этого не было, мы с вами здесь прописываем А равняется нулю. Вот. А равняется нулю. Ну, я думаю, это будет правильно, да? Согласитесь. А равняется нулю. То есть в данный момент, то есть А равняется нулю, и у нас теперь мы будем видеть, как у нас окно убегает. Можно, конечно, вот этот Repaint пока убрать. Проверим, давайте-ка у нас. Repaint, он, как правило, перерисовывает окно. Этот код перерисовывает окно. Это важно, как, допустим, у вас картинки. Если не будет Repaint, то у нас будет чисто пустое окно. Давайте-ка с вами начнем. Проверим, что у нас получится.
Вот сейчас в данный момент опять антивирусник все это дело проверяет. Давайте-ка с вами посмотрим, что у нас получится. Так-с. Так. Вот у нас убегают все машинки. Так, машинки. Ну вот видите, он просто-напросто антивирусник все проверил, поэтому такая вот фигня у него происходит. Так, давайте посмотрим. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот само окно тоже убежало. Что, надо было сделать? Надо. Добились мы своего? Добились. Ну все, в данный момент можно будет закрывать окно. Можно будет закрывать. Ну, давайте-ка с вами уменьшим интервал слип. Слип означает задержка. Берем и посмотрим, что будет. Уберем вообще эту команду. Слип, он это задержка между интервалами. То есть она как бы скорость этого контролирует. Так, что у нас тут? Елена, ура! Да, действительно. И у меня сейчас к вам такой вопрос возникает. Ну, сейчас в данном случае антивирусник все проверит, и мы с вами посмотрим, что у нас будет. Скажите вопрос, хотите, чтобы машинки в разные стороны побежали? Я думаю, всем бы хотелось бы этого, правильно? Если хотите, сейчас в данный момент я могу это устроить. Машинки в разные стороны побегут. Вот, смотри, сейчас убегает кнопки, а потом... И все. Ушел! Пока! Вот такая у нас интересная программка. Вот мы, собственно говоря, ее и доработали. Елена, было бы прикольно. Да, было бы прикольно, если бы в разные стороны. Ну что, давайте-ка с вами попробуем поэкспериментировать. Сейчас мы с вами еще раз проверим, что у нас все нормально. Видите, у нас... Александр, привет. Привет, Александр, спасибо, что зашел. Ну все, окно убежало. Так, ну вот мы с вами закончили первый эксперимент. То есть мы с вами показали, как это вообще может быть. И теперь давайте-ка мы с вами попробуем немножечко повеселиться. Куда же без этого, господа? Куда же без этого, господа? Надо как-то повеселиться с этим делом. Можно, собственно говоря, сделать следующее. Давайте-ка для начала мы с вами... Елена. Александр, привет. Давайте-ка с вами посмотрим, что и кто что здесь. Значит так, вот эти две машинки должны будут туда пойти, вот эти две в обратную сторону поедут. Я думаю, так будет прикольно. Ну, давайте-ка посмотрим. 6 и какой у нас тут? И 7, да? То есть это у нас самые последние. Вот для этого я, собственно говоря, все это нумерую, потому что, чтобы не перепутать ничего. Значит так, здесь меняем плюс на минус. Александр, Елена, привет. Здесь меняем тоже на минус. Меняем, как говорится, полярности. Так называемые. Теперь давайте с вами тут посмотрим. У меня, конечно, есть идея сделать так, чтобы генератор случайных чисел работал с этим делом. Я думаю, это будет очень-очень прикольно. Это будет очень прикольно. Со мной согласятся все, да? Так, ну ладно, давайте-ка с вами посмотрим, что у нас тут есть. Так. То есть, Image 8. То есть, Image 4. Так, ну что, да, господа. Image 8, Image 4. То есть, вот эти фигурки пойдут вот сюда. Значит, мы сейчас ищем. Ищем специально код. 8 и 4, да? 8 и 4. Вот, 4. Меняем также. Меняем. И, то есть, и 8, да? 8. И посмотрим, что у нас получится. Поехали. Вот сейчас данный... Александр, Еленас, а что на канале твоем пусто? Что контентик собира? Шась. Интересно.
Ладно, давайте-ка с вами пойдемте дальше. То есть подождем, пока Avast полностью все проверит. И давайте с вами посмотрим, что у нас тут есть. Поехали. Вот сейчас в данном случае кнопка убегает, и после этого начинает убегать машинки. Так, вначале убегает. Видите, все, пошли в разные стороны. В разнос пошли! Хе-хе-хе. Нормально, да, не правда ли? Все разбежались. Кто куда? Но главное, что разбежались. Елена, Александр, я пока просто зритель, но не зарекаюсь. А, понятно, то есть просто зритель. Так, ясно. Понятно. Ну, у меня в свое время я тоже был зрителем. У меня вообще, как говорится, канал был в 2009 году зарегистрирован. Ну вот, знаете, вот я над чем теперь думаю. Александр, а что если, допустим, хаузура. Да, почему бы и нет? Надо попробовать хаос. Но для этого мы с вами сейчас подумаем, что мы будем делать. Нам нужен рандом, во-первых. Рандом. Ну и давайте-ка с вами подумаем, как мы это будем делать. Или используем оператор AVN, который будет позволять нам вот это все вот это добро делать. Или мы используем оператор, то есть case of. Вот в чем вопрос, оператор выбора. Так, ну давайте-ка с вами подумаем, как мы вообще этот вопрос можем решить. В разные стороны бы их всех раскидать. И вверх, чтоб вниз. И вверх, и вниз, шло. Так, начнем с кнопочки. Так, ну в первую очередь, как вы видите, в данный момент у нас тут имеется А128. У нас есть переменная И. Переменная И отвечает как генератор, да? Ну, давайте-ка с вами добавим еще одну переменную B. Все, сейчас мы с вами посмотрим, что мы можем сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что мы можем сделать? Значит, чтобы у нас кнопка убежала, нам надо будет вот здесь. Вот как интересно, получится ли у меня здесь поставить case off? Или нам придется его сюда? Значит так. Или лучше вот здесь. Вот здесь мы с вами давайте разместим, то есть здесь разместим следующее. Сгенерируем число. B равняется рандом. Рандом. И просто-напросто поставим, сколько вариантов нам надо. Значит так, он может вниз идти, значит первый. Он может вверх идти 2. Он может 3 идти. Он может идти влево-вправо. Значит, нам надо 4 варианта. Сделаем 4 варианта. И при том сделаем сноску. Если B равняется нулю, если B равняется нулю, when, то... А, то есть если... Ну, давайте-ка так сделаем. Оно бывает... Условный оператор, он позволяет нам, то есть обрисовывать некоторые... То B должно равняться одному. То есть, ну, это чтобы у нас не было так называемых умолчаний. Мы сейчас в данном случае создаем шаблон, на основе которого все это будет у нас работать. Вот, собственно говоря, мы собрали то, что у нас есть, мы собрали. Значит так, если if b равняется одному, то есть он сгенерирует у нас число, да? Но сейчас в данный момент у нас пока ничего не будет видно, но можно попробовать. Ах, вот оно что. Оказывается, у нас B это string переменная. Ну, давайте-ка с вами тогда в данной ситуации другую возьмем переменную, это C. B оказывается у нас то есть C у нас переменная, вернее, B оказывается у нас это строковая переменная. Давайте-ка с вами, где вот у нас рандом, сразу все поменяем. Надо заранее вот это все делать.
Вот представьте, я бы вот это все накопировал, потом ошибки бы удалял. Так, а, да, то есть если c равняется нулю, то c присваивается 1. Ну, конечно, я же не поставил точку с запятой. Почему мы сейчас вот это делаем, да, мы потом это все будем копировать. Мы вот это все, то есть всю эту прелесть будем копировать. Поехали. С присваивается нулю. Один. Ну, вроде все. Сейчас в данный момент у нас, то есть появится, сейчас антивирусник все проверит. Ну, давайте-ка с вами нажмем, посмотрим, посмеемся. Пока у нас ничего нет, да? То есть, пока мы ничего не задали, я сейчас в данный момент уже буду думать, как здесь дальше включаться в работу. Но хотя я знаю, как это все сделать. Здесь можно сделать или при помощи оператора caseOf, или при помощи оператора event. Вот в чем вопрос, чтобы выбрать, вот, господа. Чтобы выбрать, вот в чем вопрос. Мне кажется, оператор caseOf может здесь помочь. И да, кстати, раз на то дело пошло, чтобы нам, господа, не... Так. Давайте-ка мы с вами еще одну переменную добавим. Александр, Еленас. Увлекает программирование. Вот, пожалуйста, АА. То есть это у нас будет двойная такая переменная АА. Значит так, или нет, давайте-ка с вами вот что сделаем. Пусть будет Т. Т это значит топ. То есть он будет вот так вот мотаться. Так, ну теперь в данный момент нам надо будет вот это все сделать, обустроить. Значит так, чтобы у нас не было приколов, ну, чтобы нам проще было вот это все делать, в первую очередь мы сделаем следующее. Возьмем, напишем button 1. Конечно, придется для кнопки также рисовать второй параметр button. Сейчас мы это сделаем. Button 1. Положение то. Что-то не то случилось. А, все понятно. У нас оказывается... Вот, так даже лучше будет. Так, теперь нам нужно положение топ обрисовать. Топ равняется положению Т. Значит так. Вот так мы сделаем. Вот, пожалуйста, у нас имеется два положения. Один отвечает за положение вертикально, другой за горизонтально. Вот мы это сделали специально, чтобы не прописывать в операторах вот это все. Так, давайте-ка с вами подумаем, что мы теперь будем делать. В данный момент здесь можно сделать двумя способами. Значит, во-первых, вот этот счетчик уберем. Значит, сделать двумя. Или сделать при помощи оператора caseOf, или сделать при помощи event. Я думаю, что проще пока будет сделать при помощи оператора event, то есть два условных оператора. Потому что caseOf там уже придется дополнительно прорисовывать все вот эти программы begin, end. А здесь просто-напросто счетчик нарисовал. Ну давайте с вами на деле посмотрим, как это у нас все это будет выглядеть. Значит так, будто на один топ мы сейчас присвоим значение t. На всякий случай. Вот так даже будет лучше для того, чтобы... то есть, ну, это сделано для того, чтобы не было у нас форс-мажорных обстоятельств. Угу.
Ну вот, как видите, в данный момент вроде, как говорится, все без ошибок пошло. Как вы думаете, почему кнопка не убегает? Ну, а я вам отвечу, потому что я убрал счетчик, который отвечает за передвижение кнопки. И сейчас, в данный момент, мы с вами будем веселиться. Просто-напросто будем веселиться. Видите, сейчас, в данный момент, пока машинка убегает, а кнопка пока убегать не будет. Но если мы дождемся кульминации, она вместе с окно вместе с кнопкой 100% убежит. Видите, раз смылось. Можно, конечно, сделать немножечко поменьше, чтобы у нас просто плавно уходил, но это мы потом сделаем. Ну вот мы в данном случае решили вопрос. Так, теперь нам надо будет здесь сделать следующее. Значит так, у нас будет генерироваться рандомным способом все это дело. Значит так, если c равен одному, правильно? C же у нас все-таки отвечает, да, c равен одному, то что мы делаем? Какой вариант выберем? А? Мы сейчас все варианты обрисуем и посмотрим, что у нас получится. То мы включаем счетчик А равняется А равняется А плюс 8. Как вам такое? Вот. Вот так мы сделаем попроще. Еленас, не сильно, если честно. Понятно. Ну, что могу сказать? Бывает, конечно. Так, теперь. Мы вот специально скопировали, для того, чтобы у нас не приходилось. А здесь мы с вами изменим параметр на t. t равняется t плюс 8. ta плюс 8. Нам главное заставить здесь вначале вот это все работать. Так, давайте-ка с вами посмотрим. И вот, допустим, c4. Так. И вот у нас такие вот интересные широты получаются. Значит, в данный момент у нас должно, по идее, получиться так. Значит так, у нас должно получиться, после того, как кнопка напишет «убегаем», она должна уйти в разные стороны. Туда-сюда, ну куда угодно. И вот мы сейчас в данном случае мы с вами проверим. Поехали. Сейчас в данном случае посмотрим, что у нас получается. Ну, пока видите, он уходит туда, куда... Вот такая вот, вот такой у нас прикол получается. Если мы сейчас нажмем стоп, то есть введем так называемую отладку, сейчас в данный момент все вот это у нас исчезнет. Все это исчезнет, да, вот мы сейчас закроем. И давайте-ка здесь попробуем вот здесь, где у нас тут было. Вот где у нас рандом тут установлен. Где у нас тут рандом? Вот у нас рандом, да, вот он. Вот он, рандом. Александр, так. Ну нормально, убегаем. Да, нормально, убегаем. Ну давайте-ка и вот здесь давайте с вами посмотрим. То есть мы сейчас проследим, что у нас получится. Сейчас вначале... Это у нас просто-напросто уже глючит немного. Сейчас в данный момент выключится. Ну, давайте-ка еще раз попробуем. Ну, пока, знаете, пока не видно. Давайте-ка еще раз. Ёлки-палки. Так-с. Не можем просто отладить, но придется заново перезапускать программу. Ну ничего страшного, мы сейчас ее и перезапустим, потому что сейчас сохраним все, что у нас есть. Все сохраняем, пока закрываем и заново переоткрываем. Потому что такая вот фигня вот мне не очень нравится, когда просто-напросто
тупо он отказывается мне отладку делать. Давайте-ка еще раз попробуем. Сейчас антивирусник должен появиться, все вот это проверит. И мы сейчас в данный момент посмотрим, что у нас получается. Вот ждем с нетерпением, когда у нас антивирусник все это проверит. Так, теперь поехали. Главное, что что-то заработало, не правда ли? Так, вот таким образом. Теперь, в данный момент, мы сейчас возьмем просто-напросто. Александр, Еленас, Голва в заимку. И давайте-ка вот так. Ну все, поехали. Поперли. Опять что-то не то. Блин, а вот отладчик. Да, так. Не туда. Опять приходится перезапускать. Но без этого никуда. Не хочет просто, и все. Так, давайте-ка мы с вами здесь поставим. То есть давайте-ка с вами вот здесь поставим. Все, сейчас поставим стопы. Для того, чтобы было видно, что и как происходит. Поехали. Ждем с нетерпением, когда у нас все это отсканируется. И попробуем. Ну, сейчас должно вроде что-то пойти. Вот все, зацепило. Давайте-ка с вами посмотрим пошагово, что у нас происходит. Значит так, в данный момент, пока у нас тут цена равняется нулю, да? Мы сейчас, в данный момент, делаем шаг. Александр, все равняется. Ладно, мне пора за женой ехать. Ладно, удачи. Давай. Спасибо большое за пожелание. Все равняется одному. Значит, в итоге он выберет положение С и начнет уже работать над этим делом. Сейчас начнет уже считать. Ну ладно, я надеюсь, вы уже поняли, в чем смысл. Ну что, в данный момент мы сейчас попробуем сделать следующее. Вот у меня возникает такой вопрос, а может здесь, где вот рандом, да, то есть добавить несколько вариантов, чтобы он несколько вариантов Что если мне, допустим, попробовать добавить новый оператор, называется while? Посмотрим. Еленас, Александр подписалась. Посмотрим, что у нас получается. А получается у нас интересно, что у нас генератор случайных чисел почему-то вначале генерирует число 0, и потом, ну и вот так вот. Вот такая у нас ситуация. Давайте-ка еще раз посмотрим. Может быть, заставить его несколько раз генерироваться. Давайте-ка посмотрим еще раз. Чтобы этого не было, можно что-нибудь придумать. Thank you.
Так. Нам нужен будет оператор под названием while, да? Оператор циклы нам нужны. Оператор цикл. While do begin end. Так, ну чё, давайте-ка с вами тогда попробуем. Пока c равняется. Дурный тип, вот они, простые операторы, 70-я страница. Да, мне, конечно, пришлось немножечко приостановить, потому что... Так, посмотрим, что у нас тут есть. Еленас, Василий, мне тоже пора. Хорошего Давай. Дня. Спасибо тебе большое за то, что ты зашла ко мне на стрим. Большое-большое тебе спасибо. Так, давайте-ка с вами посмотрим. Цикл репиты. Так, оператор вариант вот. Ну что, давайте-ка с вами поэкспериментируем, дорогие мои друзья. Давайте с вами поэкспериментируем. Ну, в данном случае, как вы поняли, в данный момент у нас получается такой типа как анекдот. Значит так, while, то есть пока c равняется. Давайте-ка с вами попробуем вот что сделать. Вот это мы убираем. Давайте-ка с вами попробуем вот что сделать. Это очень важно. Значит так, здесь мы напишем. While. Пока. While. C равняется. While. C равно нулю. Do. Если я уже помню, да, begin. Составляем тело программы и end поставим. Чтобы у нас не было, путаницы, мы здесь делаем вот такие строчки. Пока равняется нулю, пока c равно нулю, делай, то есть генерируй число, генерируй. Ну вот так, собственно говоря, вот получается. Вот сейчас, в данный момент, ко мне пришел, ой, спасибо, Елена, большое за донат, большое-большое вам спасибо, очень большое спасибо за донат, большое спасибо. Мне очень приятно, когда мне вот мои любимые подписчики делают донаты. Так, давайте-ка с вами посмотрим, что у нас получится. А, все понятно, ничего не получится, но у нас, оказывается, открыта была программа. Поехали! Посмотрим, что у нас тут имеется. О, вот это другое дело. Вот это другое дело. То есть, смотрите, у нас кнопка вниз убежала. Так, давайте-ка мы с вами посмотрим, что у нас тут вообще получается. Вот это другое дело. Вот это другое дело. Еленас, просто знак внимания, сумма смешная. Ой, ну все равно спасибо. Все равно, знаешь, мне все равно приятно. Вот видите, кнопка теперь вниз убегает.
Как не прикольно, не правда ли? А сумма, ну, сумма нормальная, да, я согласен, но все равно мне приятно. Приятно, что вот мне вот донатят. Так, ну вот видите, он сейчас в данный момент у нас уже идет вниз, кнопка убегает. Еленас, всего хорошего. Спасибо большое за пожелание. Так, давайте-ка с вами посмотрим, как у нас это выглядит на деле. Ну, в первую очередь мы сейчас с вами поставим, точки для того, чтобы посмотреть, как вообще это у нас выглядит. Поехали. Давайте-ка с вами посмотрим. While, то есть вперед. Вот он в данном случае уже вниз убегает. И опять у нас... И опять нам уже начинает нас подводить. Опять программку придется перезапускать. Давайте-ка еще раз попробуем. Нет, все-таки, господа, так дело не пойдет. Господа, так дело не пойдет. Давайте сейчас сохраним вот это все добро и попробуем опять. Так, ну что, давайте-ка с вами посмотрим, что у нас получается. Так, ну ладно, давайте, поехали. Видите, он теперь вниз убегает. Но я так понял, что в данный момент он уже будет генерировать несколько раз, да? Число. Что чаще всего попадается? Такая статистика, у меня почему-то чаще всего попадается число 2. Но с другой стороны интересно становится. Придется еще раз немножко поработать. Ну, давайте еще чуть-чуть поработаем. И уже в данной ситуации мы с вами уже заканчиваем. Так, у нас получается следующее. Давайте-ка с вами посмотрим, что у нас получится. Значит так, нам понадобится вот эта часть. И вот эта часть для того, чтобы посмотреть. Но он чаще всего генерирует число... Нет, то есть пока c равняется 0, надо будет генерировать. Давайте с вами посмотрим, что у нас получается. Поехали. Вот сейчас в данный момент, пока у нас антивирус не проверит, мы с вами сейчас начнем смотреть, что у нас выходит из этого. Ну вот, наконец-то. Загрузилось. И вот теперь в данный момент посмотрим, что у нас получается. А получается у нас следующее. Так, в первую очередь посмотрим, что у нас получается. В данный момент, пока c равняется 0, мы берем, пока c равняется 0, он должен быть что-то генерировать. C все равно равняется 0. Ну, то есть что получается? Получается, что он так и будет шагать, пока c равняется 0. Вот сейчас c равняется 3. Посмотрим, что у нас получится. Если c равняется 3, то у нас что делает он? Он начинает убегать. То есть он у нас убегает вниз.
Ну вот, как вы видите, в данный момент у нас убегает. И чтобы вот у нас он рисунки не смазывал, мы добавим, конечно, еще Repaint. Так, давайте-ка с вами уберем вот это все сокровище и добавим Repaint еще, потому что в данный момент у нас получается, что... Давайте-ка с вами посмотрим, что у нас получится. Вот такой у нас будет хаос. Значит так, Repaint добавляем. В любом случае нам придется добавлять Repaint. Repaint позволяет нам перерисовывать окно. И тогда у нас дальше он так не будет поступать. Давайте с вами посмотрим. Видите? Ну что, давайте-ка с вами посмотрим, что мы будем делать дальше, дорогие мои зрители, дорогие мои подписчики. Ну вроде, как говорится, все прикольно. Все очень даже прикольно. Вот так вот мы сейчас в данный момент используем еще один оператор. И вот обратите внимание, у нас очень много будет операторов. Да, не правда ли? Это интересно. И вот я сейчас подумал, вот здесь можно будет создать процедуру. Процедуру, которая будет так называться генератор. Вот. Чтобы нам постоянно вот не печатать процедуру, которая так называется генератор. Begin N. Begin и End. А чтобы он у нас не выдавал, ну вот она, процедура, да, вот процедура. Ой. Вот она процедура, да? Чтобы он нас не выдавал это как за ошибку. Давайте-ка с вами посмотрим, что у нас тут дальше будет. Все-таки надо будет. Все-таки надо будет ставить. Вот, давайте-ка с вами попробуем прописать в главную программу. То есть нам часто придется все это дело обращать. Так, чтобы у нас не было проблем, мы это делаем для того, чтобы у нас не было проблем. Он же несколько раз будет обращаться, правильно? А чтобы у нас этого не было, мы с вами вот здесь пропишем программу под названием процедура. Генератор называется. И вот опять он что-то не пускает у нас. Давайте с вами посмотрим. Давно уже этим не занимался, поэтому в данный момент пока видите, как получается. Процедура. Процедура. Сейчас посмотрим. Что мы можем еще сделать? Еще чуть-чуть немножечко с вами колдуем, а потом после этого я завершу работу. Вот они, процедуры и функции. 96-я страница. Я уже давно, как говорится, я уже давно и не пользовался, поэтому подзабыл. Надо будет посмотреть, в чем причина. Процедура генератора. Вроде все правильно сделано.
Или, может, его не надо туда прописывать? А, все понятно. Ладно. Сейчас, в данный момент, мы тогда вот этот генератор, мы с вами вот как раз вот этот вайл, генератор случайных чисел туда скопируем для того, чтобы он просто-напросто все это дело там завершал. Так, давайте-ка с вами посмотрим, что у нас получится. Подождать надо, когда у нас машины разбегутся в разные стороны. Так, ну что, в данный момент, я надеюсь, вы уже поняли, что, то есть, вот, пожалуйста, мы сделали процедуру генератора, он пока у нас ничего не делает. Но давайте-ка с вами посмотрим, что у нас будет, если мы здесь, вот, смотрите, вот, где у нас имеется while, да, while c равняется 0, begin, вот здесь мы с вами вот эту строчку перенесем вот сюда. И посмотрим, что у нас из этого получится. А туда напишем генератор. Туда вот напишем генератор. Для чего мы это делаем? То есть мы хотим просто-напросто сделать намного проще. Вот здесь. Генератор чисел. Может, даже, знаете, не придется нам вот это все, то есть всю эту писанину, то есть повторно все это повторять. Мы просто-напросто вот внесем вот эти параметры генератор и посмотрим. Конец. Он, по идее, должен в первую очередь сделать и уже передать сюда. Давайте-ка с вами посмотрим, что у нас из этого получится. Так, мы специально в данный момент, специально вот так сохраняем. И посмотрим, что у нас выйдет. А, все понятно. Угу. Генератор. Ничего не понимаю. Может быть, я неправильно что-то написал. Ну-ка, давайте-ка вот так сделаем. С процедурами. Вроде нормально написал. Но почему-то он меня не принимает. Он говорит, что команда неизвестна. Что за ерунда? Так. А, вот, погоди-ка. Процедура. Да, это мне, конечно, придется немножко почитать. Действительно, это очень странно. Значит, это он прописывает, да? А этого не хочет прописывать. А что, если, допустим, вот так сделать? Процедуру генератора прямо так и написать. И опять та же самая фигня. Генератор.
бред какой-то получается, нет, что он пишет вообще. Как вы поняли, в данный момент мы должны здесь ошибку допустили. Вот, пожалуйста. Конечно, ошибку допустили. Ну вот сюда ее просто не в тело программы включили. Так, сейчас мы с вами тогда включим ее в тело программы. Мы ее мимо включили. Так, ну вот давайте-ка с вами мы здесь сделаем, генерируем. Генерируем число, напишем, да, теперь данные здесь, в данный момент. Так, и давайте-ка с вами вот здесь мы сделаем... End напишем. Ну что, посмотрим, что у нас получается. Поехали. Японский городовой, а. И опять та же самая фигня. Что за ерунда? Ну почему он не хочет мне писать? Генератор, генератор. Добавить число, допустим, генератор 1. Может, из-за этого? Блин. Если что, мы сейчас в данный момент закроем, срочно закончим и посмотрим, что у нас получается. Почему у нас такая вот проблематия выходит? Почему он не хочет ничего делать? Посмотрим, что у нас по... Та же самая фигня. Он не узнает команду. Может быть, мне ее не в конце сделать, процедуру эту, а сделать в начале? Вот это будет интересно узнать. Давайте-ка с вами попробуем сделать в начале. Я так понял, что его надо в начале объявлять. Ну, допустим, где-нибудь здесь. Вот так. И посмотрим, что у нас получится. Вот это другое дело. Заработал. Ну, как вы поняли, в данный момент у нас все вроде как заработало. Процедуру мы будем в начале запускать. Так, ну вот, как вы видите, в данный момент у нас C равняется 3, да, то есть потому что у нас тут генератор есть, он у нас генерировал число. Давайте-ка мы с вами здесь тоже поставим, посмотрим, как вообще все это работает. Значит, процедуру мы ставим впереди. Давайте-ка с вами поехали. Вот сейчас в данный момент он пошел сюда. Сейчас в данный момент он все это дело уберет. А теперь вот самое интересное. Я надеюсь, вы уже поняли, да, в чем смысл.
И вот у меня сейчас такой соблазн появился. Вот в эту процедуру генератор и добавить вот эти счетчики. Почему бы нет? Давайте-ка добавим вот эти операторы и В. Туда прям все и добавим. Почему бы и нет? Давайте-ка с вами так и сделаем. Мы сейчас их с вами добавим вот сюда, в генератор случайных чисел. Так, где у нас тут? Вводим, пожалуйста. Вот у нас генератор случайных чисел. После этого он должен будет все это дело. И туда надо будет добавить... Вот это тело программы. Значит так, значит вот это как-то убираем или нет? Конечно. И вот сюда добавляем генератор. Нет, не генератор. Нет, все-таки, знаете, мы с вами здесь сделаем еще одну процедуру. Это у нас генерируем число, да? Вот оно, генерируем число. А вот здесь у нас будет еще одна программка, которая называется движение. Почему бы и нет? Давайте с вами попробуем создать движение. Так, это пока не нужно. Движение называется. Вот здесь мы с вами сделаем новую процедуру. Да, мне уже все понятно. Процедура, которая называется, так и будет называется, двигать. То есть двигать, создаем целую программу. И end. Ну, я надеюсь, вам действительно понравится в данный момент, что я сейчас буду делать. Проверим. Ну, конечно. Ну, вот, как видите, в данный момент у нас вроде как говорится, все пошло. И все. Чтобы у нас не было приколов, ёлки-палки, давайте-ка уберем программу. Вот, пожалуйста, двигать. Значит, вот это двигать слово мы с вами сейчас отправим, то есть вот сюда, где у нас оператор имеется. Чтобы он в данный момент вот этот весь процесс контролировал. Сейчас мы попробуем вот это все скопировать. Скопировали, вырезали, поставили сюда и посмотрим, что у нас получается. Значит так, движение, да, то есть двигать. Мы сейчас в данном случае используем процедуру для того, чтобы нам проще было, чтобы нам по 1000 раз вот это не печатать. Поехали и посмотрим, что у нас получится. Нажимаем на кнопочку. Видите, он убегает. Все, в данный момент у нас фактически все готово. Так, ну что, в данный момент мы фактически все подготовили. Единственное, что нам надо теперь сделать... Что нам надо сделать? Интересно, меня сейчас кто-нибудь смотрит? Нет, сейчас пока меня никто не смотрит, но я надеюсь, что... Ну ладно, давайте-ка с вами посмотрим, что у нас тут есть.
что у нас тут есть. В данный момент нам удалось создать процедуру движения. И, то есть мы создали две процедуры. Это движение, спасибо, и генератор. То есть двигать, видите, двигать и генератор. Теперь в данный момент нам надо будет сделать следующее. Значит так, мы, собственно говоря, сделали все, что нам нужно. Единственное, теперь нам надо будет здесь в других то же самое сделать. Первая картинка. Для начала мы с вами вот что сделаем. Вначале мы с вами сейчас вот это все откалибруем. Откалибруем. Значит так, image 1, top, на всякий случай, равняется t. Значит так, а здесь мы с вами пропишем t равняется И вот так у нас получается интересненькая такая картина. То есть мы уже ввели второй параметр. Так, теперь в данный момент, так как нам нужно здесь прорисовываем генератор, процедуру генератор, то есть он должен будет обращаться к генератору. А вот здесь мы напишем слово «двигать». Значит, так, вот это убираем. Это нам не нужно. Двигать. И что у нас получается? Так, ну вот, как вы поняли, в данной ситуации у нас вообще интересная картина такая происходит. Давайте-ка мы с вами вот здесь так пока меняется. Все понятно. Ну, я надеюсь, вы поняли, что здесь мы с вами еще одно скопируем, давайте-ка здесь еще одну скопируем и посмотрим, что у нас получится. Так, давайте-ка с вами посмотрим, что у нас получится. Значит, пока c равняется нулю, да? Так, запускаем. После этого c равняется 3. И опять c равняется нулю. Странно, не правда ли? Так. Ну, я надеюсь, вы поняли, в чем смысл.
зависла, да? Класс. Зависла. Здорово. У меня произошло зависание. Вот это прикол. Я надеюсь, что все мои наработки сохранились. Или нам придется опять заново все это делать. Понятно, одним словом, нам сюрприз такой, то есть дали делать все заново. Эльза. Здесь еще добавим. Беги. Все равняется рандом 4. Вот поэтому надо и сохранять. А то, вы знаете, вот мы так мы так не сохраняем, и в итоге у нас получается какой-то анекдот. Так, мы уже поняли, что в данной ситуации он вообще здесь. Почему он ничего не видит? Да мы его должны в начале программы поставить. И вот здесь то же самое. Видите, какие сюрпризы он нам кидает? Вот. Вот такие у нас сюрпризы порой кидает. Так, теперь давайте с вами посмотрим, что у нас получается. Ну, это уж точно убрать. Так, ну ладно, давайте с вами сейчас начнем. Вот сюда надо все кинуть. Вот. Вот здесь у нас, собственно говоря, все и будет. Так, теперь вот это все мы с вами возьмем. И посмотрим, что у нас получится. Надо будет поставить. Глупость какая. And. Z. Но если только так. Что-то он не принимает, это Эльза. И давайте-ка тогда с вами здесь посмотрим, что у нас получится. Вроде, как говорится, запустилось. Угу. Понятно. Понятно. Так, ну и давайте-ка с вами тогда посмотрим еще на генератор цикла while. Можно там, допустим, добавлять исключения. Или это у нас присутствует для... Страницы 43.
Конечно, иногда время от времени надо заглядывать в книжку для того, чтобы смотреть, что у нас там вообще есть интересно. Это все не то, не то, не то, не то. Так, блин. Вот они, операторы, простые структурные операторы. Ну, давайте-ка с 70-й страницы посмотрим. Нам нужны будут операторы простые. Операторы. Вот они, сильные операторы пошли. Repeat, так, вайл, я так понял, что для этого, по-моему, не существует исключения. Так, ладно, давайте-ка с вами посмотрим, что мы можем сделать, дорогие мои друзья. Значит, так, он генерирует, да? Он нам генерирует число, а вот здесь мы с вами напишем, если, допустим, если c уже будет больше, вот как сделаем. Вот здесь, ну, вот здесь. Если c больше нуля, то есть если c будет у нас больше нуля, вот, если c больше нуля, то он будет у нас генерировать число. Или давай так. Ну вот так вот, я надеюсь, что так даже будет намного лучше. То есть если c у нас будет больше нуля, он будет у нас генерировать. Давайте-ка с вами посмотрим, что у нас получится. А получится у нас следующее. Надо сохранить в первую очередь и посмотреть, что у нас за фигня происходит. Ну вот, как видите, в данный момент у нас все пока вроде как и раньше. Теперь, в данный момент мы сейчас создадим еще одну процедуру. Одну минуточку, подождите, пожалуйста. Сейчас он все вот это дело завершит, и мы с вами посмотрим, что будем делать. То есть я теперь настроил так, чтобы оператор FN отвечал за то, чтобы так, все окно убежало. И давайте-ка с вами посмотрим, что мы сделаем. Теперь, в данный момент я настроил так, чтобы генератор случайных чисел у нас... Вот, кстати. Вот оно, кстати, все вот это. Канитель. Вот они. Чтобы у нас пространство меньше было. Вот оно как. Вот. Здесь мы напишем закончим. Закончим. А теперь давайте с вами посмотрим, что у нас получится. Значит, нам надо будет создать еще одну процедуру для движения. Так назовем процедуру двигателя. Процедура двигаться. И сейчас здесь все пропишем, что должна делать эта процедура. Но это, конечно, колоссальная экономия времени, и можно не задумываться. И сейчас мы сюда скопируем вот этих красавчиков. Вот он, сейчас мы сюда их скопируем. Скопируем вот этих красавчиков. Так и напишем движение. Вот, пожалуйста, мы их скопировали.
То есть мы это сделали для того, чтобы нам не приходилось много раз печатать. Так, ну что, давайте с вами посмотрим. Сейчас мы с вами вот это все дело разбросаем и посмотрим, как у нас вообще будет работать оператор. Да, кстати, на всякий случай, вот это тоже сюда поставим. Так, видим кнопку, видим кнопку, вот сюда. Вот так. Поехали. Вот сейчас в данный момент все у нас запустится. Бегаем. 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 И ждем с нетерпением, когда у нас все вот это закончит проверять. И после этого мы с вами начнем дальше работать. Нам сейчас в данный момент посмотреть, что у нас вообще получится. Поехали. Вот сейчас в данный момент у нас запустилась процедура под названием генератор, пока c равняется нулю. Но после того, как он присвоил значение, все, он присвоил значение 3, после этого в данный момент начнет уже убегать. Так, ну я надеюсь, вы поняли, как это все работает. Теперь в данный момент у нас побегут машинки. Так, давайте-ка уберем и посмотрим, что у нас получится. Вот сейчас в данный момент у нас уже побежали машинки. Так, ну что, в данный момент нам кое-что удалось сделать. Теперь сохраняем, чтобы у нас не было вот этих катастроф. Мы все сохранили. У нас теперь имеется две процедуры. Одна процедура отвечает за генератор случайных чисел, а другая за движение. Нам достаточно сделать следующее. Например, возьмем вот первую картинку, да, то есть, и здесь запишем следующий параметр. Минус 1. Минус 1, то равняется t. На всякий случай. И вот здесь мы с вами добавим параметр. Так, теперь, после того, как добавили, да, сейчас мы сюда запишем генератор, команду генератор, чтобы он обратился к тому, чтобы генерировал случайное число. Генератор. Потом после этого, после того, как у нас пройдет процесс, мы убираем этот счетчик, он нам не нужен, и он должен обратиться к двигателю. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Вот я не знаю, почему он чаще всего генерирует число 3. Вот у него такая статистика, он постоянно генерирует число 3. Давайте с вами посмотрим, что у нас получится. Так, теперь вроде все понятно. И все, закрываем. Так, теперь для того, чтобы нам понять, что вообще происходит, давайте-ка мы с вами посмотрим вот здесь. Остановим и посмотрим, что он будет делать.
Поехали. Опять елки-палки все ломят. Опять Фионит называется. Так, давайте-ка сейчас мы перезапустим. Вот он бывает, он начинает Фионит. Подсказывает вообще мне в том, чтобы делать отладку. Вот такое у него бывает. Приходится перезапускать, но перед этим сохранять. Так, давайте-ка с вами подумаем, что мы будем делать. Так, нам надо будет сделать следующее. Здесь посмотреть, как у нас вообще процесс пойдет. Вот здесь и вот здесь. Ладно, поехали. И посмотрим, что у нас получится. Погнали. Так, ну что, ждем с нетерпением, когда у нас все запустится, мы после этого пойдем. Значит так, вот он в данном случае. Вот, сейчас в данном случае он остановился на генераторе. Значит так, он должен будет сейчас пойти, то есть обратиться к генератору случайных чисел в процедуру. Вот он сейчас в данный момент, посмотрим, что у нас тут. C равняется 3, так как C равняется 3, он в данный момент, C опять равняется 0. Странно, не правда ли? Значит, после этого, в данный момент, так как C равняется 0, он начинает генерировать, он генерирует число 1. Правильно? Правильно. Раз он генерирует число 1, значит, в данный момент он отправляет, то есть он отправляет команду, процедуру двигать. В данный момент должна у нас двинуться, она почему-то исчезает. Бред какой-то получается. Все понятно, почему это происходит. Почему это происходит, все понятно. Сейчас в данный момент вот это все уберется, и я посмотрю, что у нас вообще происходит. Значит так, значит вот здесь мы просто-напросто по ошибке. Здесь надо было сделать следующее. Вот поэтому у нас и получается такая вот катавасия. Он просто-напросто, грубо говоря, исчезает. Вот, пожалуйста, так будет даже намного лучше. И сейчас у нас в данный момент все у нас пойдет. Ого, да, пойдет. Только давайте-ка вначале сохраним, чтобы у нас не было форс-мажорных обстоятельств. И вот тут поставим двигатель. А тут поставим генератора. Посмотрим, что у нас получится. Вот почему-то он, знаете, сразу убегает. Ага, так, хорошо.
Вы знаете, у меня прям так и чешутся руки. Извиняюсь. У меня прям так и чешутся руки, просто ввести цикл, и пусть он прогенерирует число, сколько нужно. Так, давайте-ка с вами посмотрим, что у нас тут получается. Без этих вайл, да. Все равняется. Вот он в данном случае послал команду двигаться вперед. Вы знаете, давайте-ка сделаем даже намного проще. Сейчас вот это все уберем. Сделаем сейчас даже намного проще, господа. Раз он так у нас любит все это делать, давайте-ка с вами тут немножко перепишем. Вместо и вот так сделаем спокойно. И пусть он, допустим, 10 раз крутит, а потом после этого уже загружает. Я думаю, что так даже будет намного лучше. Посмотрим, что у нас получится. Ну вот этот, оператор, мы с вами его вот сюда отправим, где у нас закончили. И сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, давайте-ка с вами посмотрим, что у нас получится. Мы сделаем даже попроще здесь. Здесь сделаем намного проще. Сейчас, в данный момент, мы с вами подключим стопы для того, чтобы посмотреть, что у нас вообще происходит. Как он вообще будет себя вести. Он должен несколько раз прогенерировать число, да, вот, рандомно, и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Так, давайте-ка с вами начнем. Посмотрим, что у нас он тут нагадает. Поехали. Так, теперь. Вот. В данный момент посмотрим, что у нас тут творит у нас. В данном случае он сейчас будет убегать. Так, теперь ты.
Да, странно, не правда ли? Ну давайте-ка с вами увеличим тогда варианты. Давайте-ка сделаем 6. Может тогда в данном случае он не будет так работать. Безобразно. О, видите, уже пошел в другую сторону. Такс. Ну что, поехали. Посмотрим, что получится. Так. Странно, не правда ли? Какое-то интересное число, которое постоянно что-то генерирует, но не то генерирует. Ну ладно, давайте-ка с вами посмотрим, что у нас получится дальше. Надо будет потом попозже все вот это дело исследовать, почему генератор случайных чисел так себя ведет. Так, ну ладно, давайте-ка мы с вами начнем. Дальше сейчас посмотрим, что у нас получится. Так, ну в данный момент, как вы поняли, мы сейчас уже сделали то, что нам нужно. Мы заставили кнопку двигаться, да, вот в хаотичном состоянии. И сейчас мы с вами первую картинку сделали. Сейчас в данный момент мы фактически все отрегулировали. Единственное, что нам надо сделать, это все это дело скопировать и прописать. И посмотрим, что у нас получится. Это у нас вторая, да? Хорошо. То же самое здесь делаем. Так, это у нас третья. Так, теперь четвертая у нас. Да, уже пора заканчивать, я согласен с вами. Сейчас вот это дело мы все это сохраним и пойдем дальше.
говорю, ну вы обратили внимание, что, говорится, мне уже намного проще вот так все делать, то есть скопировать, а потом уже все это дело предоставить. Нежели я буду там что-то кому-то... Потом посмотрим, какие еще ошибки у нас тут найдутся. Кстати, большое спасибо за донат, Елена. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Но все равно большое вам спасибо. Так, ну что, давайте с вами начнем и посмотрим, что у нас получится. Еще раз посмотрим. Ну, в принципе, так тут все понятно, поэтому вроде как говорится, мы уже все сделали. Так, а теперь давайте-ка с вами сделаем экстрим и просто-напросто сделаем, допустим, 100. До 100 сделаем все. И посмотрим, что у нас получится. А, да, понятно. Так, ну что, поехали. Сейчас, в данный момент, он будет 100 раз прокрутит его. Есть. Так. Хорошо. Хорошо. И давайте-ка мы с вами еще раз посмотрим, что у нас получится. И заодно пропишем отдельные моменты в генераторе. Вот они, кстати, где. Спасибо большое за аплодисменты. Я тоже польщен тем, что у меня такая вот публика хорошая. Полнее. Так, ну что, давайте-ка мы с вами тогда сделаем последний тест, и на этом мы будем заканчивать. А уже на следующем стриме я вот расскажу, чего мы добились. Поехали! Все, закончу проверку. Сейчас, в данный момент, он попробует...
Ну вот на этой веселой нотке мы с вами будем уже заканчивать. Я надеюсь, вам понравилось. С вами был канал под названием «Игры от мистера Кума». Ставьте лайки, господа, и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Пока. Ладно, ребятишки, дорогие друзья, рад был с вами пообщаться. Реально, надо спаточки, отдыхаточки. Что-то пропустил я, наверное, трансляцию Кума, да. Юмор от Кума. Вот, ну, будем отдыхать, спать. Да, переезд — тема очень актуальная. Я сам смотрю блогеров-то, как у меня все это получилось общаться вообще с блогерами. Я много с кем общаюсь в других регионах, вот как и с вами. С местными тоже, но... Так, ну, надо...